учись, можно найти место на любой, вкус и цвет. У нас есть места как и на центральной трибуне, также есть бизнес-места. Что такое бизнес-место? Это места повышенной комфортности, места с подлокотниками, мягкие. Есть также места в скайбоксах, которые можно приобретать компаниям. Места планируются у нас, например, бизнес-места это ресторан «Палладиум», «Сапфирлом», «Руби Бар», куда можно приобрести. Одно место стоит 6 тысяч рублей, туда входит питание полностью, первое, второе, третье. Также, если ложе, на ложе у нас от 10 человек до 70 человек, и ложе стоимость на одно мероприятие 56 тысяч рублей, минимальная стоимость и максимальная стоимость около 310 тысяч рублей на 70 человек. Продали около 33 скайбокса на один матч. Да? И около 4 скайбоксов зарезервировано. И из них 3 скайбокса договор заключили на весь сезон. То есть сегодня, я думаю, на один матч мы продадим, то есть в розницу мы продадим много скайбоксов, то есть туда скайбокс входит питание, большой очень интерес к этому. И потом после первого матча, я думаю, люди уже, то есть гости сделают свою, скажем так, оценку и захотят приобретать либо на отдельный матч, либо сразу на сезон. Когда ты берешь на сезон, то есть оптом дешевле. По фудкортам, если вы помните, то у нас была концепция пицца-сити, суши-сити, кебаб-сити, бургер-сити на универсиаде. То есть мы это отрабатывали, просто на универсиаде мы, скажем так, щедро подошли к вопросу, сделали очень широкое меню, а в этот раз мы сделали чуть поуже, но только хиты. То есть можно будет, например, суши купить, суши, роллы, суп суймо, кому может быть интересен, да? Также бургер можно будет приобрести, там, хот-доги, гамбургеры, я сейчас не буду говорить, там, чипсы, все эти вещи, которые присутствуют. В пицце-сети там можно будет взять пиццу и, там, салаты. Также можно будет спагетти взять, то есть пицца, может быть, маленькая Италия, да? А в кебаб можно будет у нас взять плов, шаурму. 200 точек продаж, 200. Продаж по всему стадиону, это реально немало. Если мы приездили в Бразилию, у них на 45-тысячный стадион 160 точек продаж. То есть у нас чуть больше будет точек продаж, то есть мы будем быстрее обслуживать гостей и будем стараться, чтобы чередей не было. Но это, могу сказать,